Приветик, приветик, девушки, женщины, мои хорошие, с праздником вас, с праздником весны, с праздником женщин, это наш личный праздник. Ну да, сейчас может кто-то скажет, ну женщины не должны праздновать, скажем, брать подарки только в этот день, должны весь год, да-да-да, все это понятно, но все равно у нас свой личный праздник, и мы его отмечаем так, как мы хотим. Хотим – отмечаем, хотим – нет. Нравится нам или не нравится, но подарочки мы все-таки ждем, я думаю, все. Приветствую вас ко мне на чай, коли на чай, вот в такой всемирный женский день. Кроме меня вас приветствуют цветочки вокруг меня. Я сегодня специально одела черное платье, чтобы не отвлекать взгляды от красивых цветочек. Все, что вы видите, это мое. Уже оно у меня или же было, или же только срезала. И еще чуточку в конце увидите кое-что. Так, сегодня передо мной будут стоять вот такие вот конфетки. Тут и русские конфеточки, и Ферреро разные. В общем, я буду что-то прикусывать, запивать чаек и чуть-чуть поболтаем. А перед тем, как будем чуточку болтать, я для вас засняла маленький ролик, 10-минутный, знаете, с моими цветочками, что в данный момент, вот сегодня, буквально перед выходом, я засняла, что у меня цветет, и сделала такой маленький обзорчик на цветущие растения сегодня. Так, подарок для вас от меня. Чуточку весеннего настроения, кроме вот этого, что сейчас вокруг меня, с моего двора, с моих растений. Чуточку полюбуйтесь растениями и давайте ворачиваться и чуточку еще с вами поговорим. Ах, начнем с красоты. Аромат. К сожалению, только я его чувствую, но вы представьте. С моей королевны. Королевны моего сада. Смотрите, какая красота. Ах, обожаю. Обожаемая красавица, красавица, красавица. Ты такая красавица. Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Как я рада, что я тебя посадила однажды. Как я рада. Ой, на нее можно смотреть вечно. Вот так. Столько цветочек у меня на данный момент. А ну-ка, мы на тебя посмотрим. Не прячься. Не хочет показаться.
Цветочки, цветочки, красавицы цветочки. А вот у меня сколько цветочек. А вот у меня сколько цветочек. Красота. Даже полевые есть уже. Цветочек много. Вот подарочки мне от кого. Вот кто мне дарит свою красоту в первую очередь. Мои красавицы. И вот, другим цветом. Вот они. Даже такие есть, малиськи. Видите? Вот они. Вот они, цветочки. Мои хорошие, красавицы. И даже бархатцы у меня еще есть где-то с осени. Молодцы. И ромашки. А вот какая красота еще. А вот. Вот, только она смотрит вся в другую сторону. Вот она. Вот она весна. Красавицы. Ой, сколько вас. Сколько вас. Красавицы. Мои неженки. Мои хорошие. Вы мои умницы.
вот еще у нас какие есть. Ой, и беленький, и беленький. Ай, мои хорошие. Ай, вы мои хорошие. И вы еще цветете, мои хорошие. Ты хочешь водичку? Ой, какие вы прям. Какой цвет нежный. Барби прям. Цвет Барби. А ну-ка мы на тебя посмотрим. Вот она. Красота. Мои красавицы, вы мои хорошие, мои умницы, красота, 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 красота. Ой, чудо, чудо, чудо. Пахнут? Пахнут, мой хороший? Вкусные, да? Красивые, да? Ой, ты мой красавица. Посмотри, как ты красиво с ними смотришься. Ой, ой. Цак! Посмотрели на цветочки? Вам понравились? Ну, не что-то такое вау, да? Ну, цветочки все-таки есть. Март еще. И, конечно же, я не пожалела и отрезала веточку. Это всего одна веточка магнолии в мамину вазочку. Вот такая вот она. Они такие неровные, не стоят, но зато красивые. Посмотрите на эту красоту еще вблизи. Это же красота, это же шедевр. Это не растения. Это что-то волшебное. Это не цветы. Такие цветы, на которые обращают все внимание. Люди, которые, скажем, вообще безразличны к растениям, к саду, если попадают в мой сад во время цветения магнолии, обращают внимание все. Мужчины, женщины, взрослые, маленькие, все обращают внимание на это дерево и спрашивают, что это за красота, что это за цветы. Все с удивлением смотрят, восхищаются этим деревом. Вот честно вам говорю, даже вот самый, кто вот совсем вот не обращает внимания и не любит цветы. Так, давай. Вот тут вот так, чтобы было видно. Еще с нами сегодня кактусик. Я его уже посадила. Вы ждете посадочку-пересадочку, болталочку. Но я не смогла заснять. Вчера у нас был ветер сильный. Вот, надеюсь, ну сегодня тоже уже не получится, завтра уже. Буду снимать. Ну, посадила. Жалко было, и он еще расцвел. Думаю, пусть будет посаженный. Кое-какие посадила, остальные, в общем, посадим вместе. Раскрылись вот такие вот цветочки, красавицы. Нежные, нежные. Пусть будет он тоже с нами. И, конечно же, моя красула Springtime. Давайте покажу ее тоже. Давайте еще мы на нее посмотрим. Красота, красота. Вот она. Видите, какая красивая. Как ее сюда не поставить, так? Ну вот, так, вот так. Вот, и давайте чуточку-чуточку поговорим. Женщина умеет многое, женщина умеет почти все. Женский мозг работает совершенно по-другому, не как мужской, но это не значит, что мужчины
плохи и не нужны и не способны на все. Просто женские женщины, я считаю, что должны быть наравне с мужчинами и вместе с мужчинами, вот вместе просто вот наравне должны добиваться чего-то там в политике, там, не знаю, в любых отраслях, в любых, даже и в семье мужчина и женщина, я считаю, что должны идти вот пара в пару, наравне, наравне. Вот. Сейчас, если там у нас, знаете, ну, какие-то, ну, не знаю, какой-то менталитет там особый, не знаю, каждой нации, там где-то мужчину, значит, всегда превозносить, значит, там, потому что это заведено, это не значит, что если мы это делаем, я и включаю себя в этот список, потому что, да, в Греции есть такое, значит, ну, мужчина главный, хотя все мы знаем, что в семье руководит женщина, ну, на показ, на людях всегда должно быть видно, что мужчина главный в семье. Ну, так заведено, нам это не, как сказать, не, нам это не трудно, мы привыкли к этому, мы полностью смирились с этим, я думаю, все женщины, хотя очень много из молодых еще протестуют. А какое имеет значение, что там кажется и что там видно со стороны? Самое главное, что происходит, я думаю. Так что все-таки мы способны на многое. Не буду вдаваться опять же в эти мелочи. Знаете, про что я говорю. Так что, женщины мои хорошие, дорогие мои, красавицы, умницы, все вы, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Любите себя, цените себя, не давайте себя в обиду. Делайте для себя очень многое, многое приятное. Конечно же, все, что нам надо делать, мы это будем делать. Но про себя не надо, конечно же, забывать. И надо обязательно для себя делать многое всего, чтобы мы, самое главное, были счастливы, чтобы нам было хорошо. Потому что когда нам хорошо, хорошо и остальным вокруг нас. Рано или поздно, когда женщине нехорошо, это, как сказать, это повлияет и на семью, и на детей, и на карьеру, и на все. Я делаю правильно. Вот. Разрешите мне глотнуть? Конечно же, я взяла уже подарочек от мужа. Нравится мне этот праздник, не нравится, как я говорю, любые праздники. Подарочки мы хотим. Подарочек мой вот тут. Сейчас я не буду его полностью, просто вытащу и покажу. Ой, камера шатается. Этот подарок был заказан уже несколько времени, может даже месяц, полмесяца примерно. Он тут, он завернут вот так вот. Я и хотела давно и попросила. И, конечно же, мне не отказал мой муж. И подарил. Ну, для него это показалось очень мало, очень маленькое. А для меня не имеет значения, если это будет что-то крупное или дорогое. Нет. Самое главное, чтобы мне было от этого приятно. А мне очень приятно. Я давно хотела себе вот такую вот примерно вазочку. У меня есть крупные вазы, есть ваза от мамы, есть просто прозрачные стеклянные. Я хотела себе вот такую вот вазочку, не очень крупную, такая вот 20 сантиметров, для маленьких цветочек, для несколько веточек цветочек. И я ее получила. Она очень-очень красивая, она английская. Вот, посмотрите на фирму. Это в моем стиле. Посмотрите, какая красота, какая нежность. Там на ней такие цветочки нежные, розочки, полевые цветы, там, и анютины глазки, там,
что там еще, васильки, что ли, незабудки, там разное-разное. Гвоздичка, ну, это, ну, обожаю, просто посмотрите, какая красивая. Какая работа, да, какая красота. Вот такая вот вазочка, совсем недорогая. Я очень рада, что она у меня есть. И теперь, чтобы она не стояла пустая, я нарезала несколько цветочек с моего сада. Вы видели это в ролике, фрезии. И давайте вот так вот ее чуть-чуть украсим. Первый раз увижу, как в этой вазе смотрятся цветы. Вместе посмотрим. Так, веточки не совсем длинненькие, но ничего. Я их приподниму, если что. Вот, я не пожалела, потому что у меня еще раз кроются фрезии. Что жалеть? Мои цветы, я хочу ими любоваться в доме, потому что в саду я не бываю уже постоянно целыми днями, с утра до вечера, а в доме все-таки я буду на них смотреть и любоваться. Ну вот, давайте посмотрим. Вот такая вот вазочка вот с такими цветочками. Красота ли? Красота. А если мой муж захочет мне подарить еще что-то, это уже его проблема. Я, главное, заказала себе подарок, и он у меня тут уже ждет выход, показ уже полмесяца. Вот так вот. Так что, мои дорогие, мои хорошие женщины, меня смотрят женщины, значит, и не только женщины, и мужчины. Но сегодня женский день, что поделать, даже и девочки, конечно же. И родственники, и, может, и односельчане, и, может, какие-то одноклассники, и, может, в общем, с разных стран, знакомые, кто еще у меня может смотреть, ну, не знаю, одногруппники с разных групп, не знаю, цветочных там, или же с паскроссинга, с обменов. Разные женщины, в общем, с разных мест, с разными интересами. Значит, вы меня смотрите. Надеюсь, вы меня смотрите, этот мой ролик. Желаю вам всего-всего-всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте красивы, будьте счастливы. И что я, все, что я сказала до, не буду повторяться. Проводите время хорошо. Сегодня для вас праздник. У нас в Греции... Напомню, может, кто-то первый раз меня смотрит. В Греции этот праздник фактически не существует. Вот пример вам, что меня только муж поздравил. Никто, ни в какой группе, почти никто, нигде. Все, что меня поздравили, это обычно русскоязычные из Греции и из других стран в личку или же на каналы. Вот, а кто-то из греков, коренных греков, никто, ни слова, ничего. Ну, этот праздник тут не совсем праздник, вот, как-то так, неинтересно, в общем. А вы, я уже видела со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня, что вы уже начали брать подарочки, вы берете даже уже 6-7 марта вам уже первые подарочки, там, скажем, на работе, мужчины, там, шеф, не знаю, родственники, мужья начинают дарить. И не только мужчины, конечно же, вам дарят подарки, и вы друг другу женщине дарите, это вообще хорошо. И не обязательно только твой мужчина или твой муж, там это может подарить там и брат, и, не знаю, и отец, и сосед, и друзья, в общем. И это очень приятно, это классно, это хорошо, это внимание, это нам нравится, это очень приятно. Там один цветочек, одну шоколадку, это уже приятно. И желаю, чтобы все мы были, знаете, ну... В общем, чтобы остальные хотели нам сделать приятное. В любой день, ну и особенно, конечно же, сегодня. Вот. Я чуть-чуть огорчена, потому что греки, мужчины, никто не поздравляет. Вот так. Но мой грек, он не такой грек, как коренные греки. Все. Пошутила чуточку, так, на серьезную тему перешла, показала вам цветочек, и, надеюсь, у меня это видео удалось.
Всем всего хорошего, мои дорогие зрители. И, конечно же, еще увидимся в следующих роликах. И Колина чай, и болталочка-пересадочка, и во влогах, и не знаю, где еще и что еще. Оля такая, Оля. Может, что-то придумать вам такое. Вот, так что увидимся. Я радуюсь своим подарочкам, своими цветочками, своей жизнью. Радуюсь всем тем, что у меня есть. Много ли у меня, мало ли у меня, что у меня есть, то меня и радует. И на это спасибо. Больше будет? Хотим. Меньшего? Не надо. Что есть, все мое, все люблю. И желаю, чтобы вы так чувствовали. Что у вас есть, берегите, цените и любите. Самое главное – себя. Пока-пока.